Телевидение для меня каждый день что-то новое. Самое интересное было для меня, когда я работал 6,5 лет начальником декорационно-постановочного участка. Каждый день постановки были разные, политические, там лирические, для детей. И вот когда я работал, мне очень понравилось на телевидении, когда познакомился с людьми такими серьезными, как Женимов Руслан Магомедович, был руководителем компании, замом Магитовым, Камал Магомедовичем, с Казанчевой Людмилой Борисовной, которая сейчас работает у нас директором компании. Также с Челази Владимиром Ахиповичем, он был главным инженером в данный момент на заслуженном отдыхе. С Асланом Мамчевым Айсаевичем, главный оператор, давно работаем. И до телевидения мы вместе учились, и вместе встречались, и так получилось, что мы встретились здесь. И пожелание такое, чтобы всегда телевидение наше работало в нормальном ритме, чтобы мы все люди республики могли радовать своими успехами, передачами. Одни говорят, что телевидение – это любовь, другие говорят, что телевидение – это жизнь. Для меня телевидение – это мой путь, моя дорога. Этот путь позволил мне совершенствоваться, узнавать новое и заниматься любимым делом. И сегодня я бы хотела поздравить всех тех людей, которых я встречала на этом пути. Я им очень благодарна. Пожелать хорошего праздника, здоровья, счастья, всего самого лучшего.